В общем, расскажу еще одну ситуацию, связанную с материализацией намерения, с трансерфингом реальности, которым я живу, в принципе. Я этому уже не удивляюсь, но вот я еще раз расскажу, что произошло. В общем, ты же знаешь, да, я тебе уже сказал, да, что у меня прилетает дочь моя. И была такая ситуация. И сюда, и обратно билет куплен. И мне Настя высылает. Ну, там, когда вылет, когда прилет. Ну, вот этот весь электронный вариант. И там все на английском. И так это, без двоеточия, время указано. В общем, я запутался. И неправильно посмотрел. Думал, что это время вылета 18:30. А это на самом деле стояло время прилета 18:30. И вот я с ней созваниваюсь, ну и что-то в процессе разговора я ей говорю, что 18:30 вылетает, ну я как раз успею, я до 6 работаю, а она мне говорит: нет, неправильно, это время прилета 18:30. И я начал с ней спорить, я настолько был уверен, что я прав, но в итоге я оказался неправ. Теперь она сегодня мне присылает, я покажу сообщение. Сообщение из Аэрофлота ей пришло, она мне переслала. Я покажу тебе. Типа, рейс изменен. Время вылета 18:35. То есть, и тут я понимаю, что это я так сделал. Препятствия никакого не существует. И дело даже не в самих мыслях. Секрет в том, что к реализации приводит не само желание, а установка на желаемое. Работают не сами мысли о желаемом, а нечто другое. То, что трудно описать словами. Это некая сила стоит за кулисами сцены, на которой разворачивается игра мыслей. И тем не менее, последнее слово за этой силой. Вы, конечно, догадались, что речь идет о намерении. Разум так и не нашел на полках своих обозначений подходящее определение для намерения. Мы будем приблизительно определять намерение как решимость иметь и действовать. Теперь вы понимаете, что сами по себе мысли действительно ничего не значат в процессе настройки на сектор пространства вариантов. Мысли – это лишь пена на гребне волны намерения. Реализуется не желание, а намерение. Приведем еще раз пример с поднятием руки. Пожелайте поднять руку. Желание оформлено в ваших мыслях. Вы отдаете себе отчет, что хотите поднять руку. Желание поднимает руку? Нет. Само по себе желание не производит никакого действия. Рука поднимается только тогда, когда мысли о желании отработали и осталась одна решимость действовать. Может, решимость действовать поднимает руку? Тоже нет. Вы приняли окончательное решение, что поднимете руку, но она еще не двигается. Что же поднимает руку? Как определить то, что следует за решимостью? Вот здесь проявляется беспомощность разума дать вразумительное объяснение, чем же является намерение. Наше определение намерения как решимости иметь и действовать демонстрирует лишь прелюдию к силе, которая, собственно, и осуществляет действие. Остается просто констатировать факт, что рука поднимается не желанием и не решимостью, а намерением. Я ввел обозначение решимости лишь для удобства понимания. Но вы, конечно, чувствуете без слов, что у вас есть некая сила, которая заставляет ваши мышцы сокращаться. В самом деле, очень трудно объяснить, что такое намерение. У вас не возникает вопросов, как двигать руками и ногами. Мы не помним, что когда-то не умели ходить.
Точно так же человек не знает еще правильных действий, когда впервые садится на двухколесный велосипед. Но даже научившись ездить на велосипеде, он не может объяснить, как это делает. Намерение – очень зыбкое качество. Его трудно обрести, но можно и легко потерять. Например, у парализованного полностью утрачена сила намерения. Желание двигать ногами есть, а способность перевести его в действие отсутствует. Известны случаи, когда парализованные начинали ходить под действием гипноза или в результате чудодейственного исцеления. К ним возвращалось намерение. Итак, желание само по себе ничего не дает. Напротив, чем сильнее желание, тем активнее противодействие равновесных сил. Обратите внимание, желание направлено на саму цель, а намерение – на процесс достижения этой цели. Желание реализует себя в создании избыточного потенциала собственного желания достичь цели. Намерение реализует себя в действии. Намерение не рассуждает, достижима цель или нет. Решение уже принято, поэтому остается только действовать. Если вы во сне, желая взлететь, будете раздумывать, возможно это или нет, у вас ничего не выйдет. Чтобы полететь, нужно просто поднять себя в воздух намерением. Выбор любого сценария в сновидении осуществляется не желанием, а твердой установкой получить желаемое. Вы не рассуждаете и не желаете, а просто имеете и действуете. Бесполезность желания мы обсудили, а просьба? О просьбе сказать нечего. Просить у ангела, Бога, высших сил не имеет смысла. Законы Вселенной абсолютно бесстрастны. Никому не нужны ваши жалобы, обиды и стенания. Благодарность? Да. Потому что благодарность по своему качеству стоит близко к безусловной любви. Искренняя благодарность – это излучение созидательной энергии. Избыточный потенциал просьбы, напротив, это задержка концентрации энергии в одном месте. Жалобы, просьбы и требования являются изобретениями маятников для сбора энергии с людей. Они едят страх и пьют боль. Мысли, оформленные в слова «дай» или «хочу», автоматически создают избыточные потенциалы. У вас этого нет, но вы своими мыслями пытаетесь притянуть это к себе. Просить у высших или других подобных сил нет никакого смысла. Это все равно, что просить в магазине выдать вам товар бесплатно. У людей вы можете просить в разумных пределах, если они расположены оказать вам помощь. Все остальное в этом мире построено на объективных законах, а не на желание кому-то помочь. Представьте себе ситуацию, когда Земля просит у Солнца позволения перейти на другую орбиту. Нелепо? Также нелепо обращаться с просьбой кому-либо, кроме людей. Имеет смысл только намерение выбрать. Вы действительно сами выбираете свою судьбу. Если параметры вашего излучения соответствуют вашему выбору, и при этом законы не нарушаются, тогда вы получаете это. Выбор – не просьба, а ваша решимость иметь и действовать. Намерение не создает избыточный потенциал, потому что энергия потенциала желания расходуется на действие. Желание и действие соединяются в намерении. Намерение в действии рассасывает созданный желанием избыточный потенциал естественным образом, без участия равновесных сил. Решая проблему, действуйте. Раздумывая над сложностью проблемы, вы создаете избыточный потенциал и отдаете энергию маятнику. Действуя, вы реализуете энергию намерения. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Реализуя намерение, доверяйте течению вариантов, и проблема разрешится сама. Ожидание, беспокойство, раздумье и желание только отнимают энергию.
Намерение в действии не только расходует энергию потенциала, но и закачивает ее в энергетическую оболочку человека. Вы можете убедиться в этом на примере обучения. Зубрежка отнимает много сил и мало что дает. Зато обучение в действии, когда выполняется практическая работа или решение задач. И это не только не истощает, но и приносит вдохновение и удовлетворение. Итак, намерение является той движущей силой, которая реализует секторы в пространстве вариантов. Но вот вопрос. Почему же реализуются и наши опасения? Разве их можно причислять к намерению? Как в сновидениях, так и в реальной жизни нас вечно преследуют варианты со сценариями наших опасений. Беспокойство, неприязни, ненависти. Ведь если я не хочу этого, я не намерен это иметь. Однако мы все равно получаем то, чего активно не хотим. Выходит, направленность нашего желания не имеет значения? Разгадка кроется в еще более таинственной и могущественной силе, имя которой – внешнее намерение. Настя, привет. Ты помнишь вчера, когда мы с тобой по телефону разговаривали, и я тебе еще упирался, доказывал, что самолет не прилетает в 18:30, а вылет в 18:30, хотя я на самом деле был неправ, но я просто был в этом настолько уверен, что это намерение, оно реализовалось, и рейс поменялся. Ты видишь это или нет? Ты просто накаркал. Да, накаркал – это метафора, на самом деле, подтверждающая то, что материализует